С Днем народного единства жителей района поздравил глава муниципального образования Хасавюртовский район Джамбулат Шапиевич Салаов. Поздравление, в частности, говорится: «С Днем народного единства России! С праздником гражданской сплоченности, истинного патриотизма, духовного союза всех народов нашей страны! России пришлось пройти через множество испытаний во все времена. Перед лицом угрозы многонациональные народы нашей Родины объединялись. Именно единство людей помогло защитить свободу и независимость государства. Только объединив усилия, мы сумели сделать нашу Родину сильной и процветающей. В этом и заключается залог сильного государства. Наши отцы призвали к гражданскому согласию и единству всех жителей республики, и их призыв был услышан. Они вписали немало ярких страниц в летопись нашей страны, передавая из поколения в поколение незабвенные традиции беззаветного служения Родине. В их сохранении и развитии и сохранена духовная сила России, объединяющая людей, связывающая эпохи. Желаю вам здоровья, счастья и благополучия. Пусть в ваших домах царит мир и порядок». Глава муниципального образования Хасавюртовский район Джамбулат Салаов.